В Волгограде в минувшие выходные о своей версии конфликта сегодня рассказал представитель второй стороны байкерского клуба «Три дороги» Андрей Родионов. По его словам, в ночь на субботу 20 октября около 70 мужчин в одежде с символикой ночных волков прибыли на автомобилях в гаражный кооператив «Октябрьский», где базируется клуб «Три дороги». Там в тот момент находились всего несколько членов «Трех дорог» и их знакомые. Прибывшие люди, вооруженные битами и палками, якобы стали избивать находившихся на улице байкеров и пытались вломиться в гараж, где укрылись еще несколько человек. В общем, как бы там ни было, в результате конфликта от ранений скончался один из ночных волков Валерий Белый. У нас в гостях лидер ночных волков Александр Золдостанов, более известный как хирург. У нас очень мало времени. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Сначала хотелось бы выразить вам соболезнования по поводу того, что вы потеряли друга. И все-таки цель приезда ночных волков в Зеленоград какова? Значит, давайте, во-первых, первое, не будем приплетать Путина. Мы это не личное, мы не личное, Путина, мы не хотели, как бы совершенно это не здесь. Абсолютно. Эта тема имеет никакого отношения ни к Путину, ни к кому-то еще. Это, да, действительно, у нас существует традиция, которая всегда подразумевает подготовку к какому-либо мероприятию. И поскольку мы, значит, планировали провести общегородское мероприятие, закрытие сезона, а мы там помогали в этом мероприятии, то это изначально подразумевает приезд туда людей для того, чтобы это все организовать. И эти люди туда действительно приехали, причем себя, там даже сбор был, хотели смотреть площадку для стендрайдинга, смотрели площадку для... Я прошу прощения, почему они приехали не на мотоцикл, как водится? Потому что некоторые ехали из других городов и с разных сторон, и, так сказать, приехали, кто-то приехал на машинам, и на мотоцикл тоже приехали. Там были по-разному, люди приезжали на разных видах транспорта. То есть, вы поймите, там надо вести оборудование, надо вести какие-то еще вещи с собой и так далее. То есть, это логично. Там кто-то должен был призы, там кто-то аппаратуру должен был выставлять, где должен был проводиться стандрайдинг. Кто-то должен был там торговлей заниматься и так далее. А в трех дорогах вас ждали? Я думаю, что это на самом деле было спонтанное решение. Но я сейчас, секундочку, да. Я сейчас не хочу говорить вообще о трех дорогах. На самом деле эти ребята двое, значит, один по собственному желанию, решивший стать убийцей, и второй это на самом деле разменная монета. Это вообще не тема, о которой стоит вообще сейчас говорить. Вот в данном случае я не хочу говорить сейчас вот именно лично о них. Вопрос идет гораздо о более важных вещах. Пусть за это дело, так сказать, не только сейчас их совести, уже это дело еще и суда, значит, разобраться, как блатная романтика повлияла на убийцу и сделала из комсомольского работника, из хорошего мальчика, который занимался, значит, таким вот общественной деятельностью мотоциклетной, которому мы помогали, оставаясь всегда за кадром. Да, как она из него сделала убийцу? Это вопрос уже второй. Сейчас вопрос другой. Что и кто, что стоит за вот этим преступлением, и кто за ним стоит. А я вам сейчас скажу, что стоит. Стоит это серьезная вещь, серьезный синдикат под названием «Бандидос». Никакого отношения к мотоциклетной культуре это не имеет вообще. Это картель, синдикат на колесах, которые ведут борьбу, Интерпол, ведут борьбу европейские страны, в том числе и Америка. Они уже там всех достали, вот так, эти, понимаешь, эти бандидосы, эти ангелы ада, вот эти все монголсы и так далее. И вот эти, значит, их сейчас активно выдавливают, активно выдавливают. Вы сейчас как раз показывают вот кадры, собственно, бандидосы, вот то, что видео. Да, и вы их выдавливают из Европы. Вы сейчас в Европе, это в демократической стране, вот, вы что, тоже все за демократию? Тем не менее, это официальный байкерский клуб. Это не официально, значит, уже, да, он был 66-го года официальный, да. Уникальная история. Но это не клуб, еще раз повторяю, это картель, это синдикат преступный и криминальный, который любыми способами хочет залезть в Россию сюда, любыми способами, вербуя таких людей, как вот этот Юра, дурачок, этот Геша, он же Женя, да, которого они каким-то способом купили, видимо, на блату и романтику. То есть три дороги, давайте объясним зрителям, хотели вступить в бандитос. Да, три дороги, и уже они не хотели. Они вступили, о чем говорит Евгений. А за то, что ты вступил, должен что-то исполнить. И должен сделать что-то обязательно, какую-то криминальную, должен совершить криминальный поступок. Иначе тогда этот бренд они тебе не дадут.
И сейчас они, у них разменная монета, чтобы вы просто понимали. Эти люди сейчас, это самореально, потому что они их сейчас не, ну, явно сливают, дают им сделать, их топят. Потому что я уверен, что не он по собственной воле сказал в открытую, что он сейчас в бандитос. На самом деле, ему если бы у него было чувство самосохранения какое-то, он не должен говорить, что он принадлежит к этому синдикату преступному. Понимаете, это его заставляют делать эти. Потому что если эти, потому что им не нужно, чтобы говорили о трех дорогах. Им нужно, чтобы говорили о бандитос. Вот о чем разговор. Но есть версия, что, собственно, ночные волки-то приехали в Зеленоград не обсуждать это вечеринку, версия, это, слушайте, а это версия, расшивать. Я не хочу об этом говорить. Слушайте, да, это шарать. Версия, пусть суд решит вопрос. А это вот первое. Второе, сейчас скажу, это важный момент. Я сейчас гроша Ломанова не дам за то, чтобы этот, и советую Жене нигде не находиться. Вот по Жене, и спрятаться подальше. Потому что я уверен, что это самое, что этот, чтобы скомпрометировать, чтобы они, им очень нужно, чтобы добиться того, чтобы мы мстили. Это для них это основная задача. Потому что если они Женю сейчас сделают с Женей, то получится то, что мы такие же, как они. Мы не такие, как они. И я хочу, чтобы вы об этом, чтобы об этом люди знали. Более того, они сейчас назначают встречи, мне назначают, говорят мне о том, что, что нам, они хотят встретиться со мной, бандитос. Это, видимо, оттуда идет, это европейцы заставляют. Встретиться на какой-то, либо, значит, на какой-то нейтральной, в постсоветском пространстве. Понимаете, они мне говорят об этом. Только я родиной не торгую. Я буду сделать все, чтобы это самое, чтобы на родине этого дряни не было. Спасибо, спасибо. К сожалению, время у нас ограничено. Дорог и их знакомые. Прибывшие люди, вооруженные битами и палками, якобы стали избивать находившихся на улице байкеров и пытались вломиться в гараж, где укрылись еще несколько человек. В общем, как бы там ни было, в результате конфликта от ранений скончался один из ночных волков Валерий Белый. У нас в гостях лидер ночных волков Александр Золдостанов, более известный как хирург. У нас очень мало времени. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Сначала хотелось бы выразить вам соболезнования по поводу того, что вы потеряли друга. И все-таки цель приезда ночных волков в Зеленоград какова была? Давайте, во-первых, первое, не будем приплетать Путина. Мы это не личное, мы не личное, Путина, мы не хотели, как бы совершенно это не, здесь и эта тема имеет никакого отношения ни к Путину, ни к кому-то еще. Это, да, действительно, у нас существует традиция, которая всегда подразумевает подготовку к какому-либо мероприятию. И поскольку мы планировали провести общегородское мероприятие, закрытие сезона, а мы там помогали в этом мероприятии, то это изначально подразумевает приезд туда людей для того, чтобы это все организовать. И эти люди туда действительно приехали, причем себя, там даже сбор был, хотели смотрели площадку для стендрайдинга, смотрели площадку для... Я прошу прощения, почему они приехали не на мотоцикл, как водится? Кто-то приехал на машинам, и на мотоцикл тоже приехали. Там были по-разному, люди приезжали на разных видах транспорта. То есть, ну, вы поймите, там надо везти оборудование, надо везти какие-то еще вещи с собой и так далее. То есть это логично, там кто-то должен был призы, там кто-то аппаратуру должен был выставлять, где должен был проводиться стендрайдинг. Кто-то должен был там торговлей заниматься и так далее. А в трех дорогах вас ждали? Я думаю, что это на самом деле было спонтанное решение. Но я сейчас, секундочку, да. Я сейчас не хочу говорить вообще о трех дорогах. На самом деле эти ребята двое, значит, один по собственному желанию, решивший стать убийцей, и второй это на самом деле разменная монета. Это вообще не тема, о которой стоит вообще сейчас говорить. Вот в данном случае я не хочу говорить сейчас вот именно лично о них. Вопрос идет гораздо о более важных вещах. Пусть за это дело, так сказать, не только сейчас их совести, уже это дело еще и суда, разобраться, как блатная романтика повлияла на убийцу и сделала из комсомольского работника, из хорошего мальчика, который занимался таким вот общественной деятельностью циклетной, которому мы помогали, оставаясь всегда за кадром. Да, как она из него сделала убийцу. Это вопрос уже второй. Сейчас вопрос другой. Что и кто, что стоит за вот этим преступлением, и кто за ним стоит. А я вам сейчас скажу, что стоит. Стоит это серьезная вещь, серьезный синдикат под